Я сейчас буду проходить бодихоп карту. О, давайте популярно выберем. Левинский. Бодихоп Левинский. Левединский. Почти угадал. Не видел это раньше, такого названия. Будь плохим парнем. Так. Кнопка. И пошел банихоп. О, смотрите, какая здесь скорость. Здесь стоит параметр Air Accelerate очень большой. И поэтому можно проскакивать при желании вот так вот все. Конечно же, в обычной игре в Counter 5 на 5 стоит этот параметр совершенно на другом уровне, на низком. Там нельзя так быстро в воздухе ускоряться. Вот. В чем смысл банихопа? Это просто. Начинаешь прыгать, отпускаешь кнопку вперед и балансируешь прыжки слева направо, ну и так далее, со сторон. Ну вот, чем плавнее и грамотнее с точки зрения траектории ты это делаешь, тем больше ускорения получает моделька твоя. Вот. Так, надо собраться. Надо от толпы оторваться. Что-то я в конце лажаю. Вот так. Что-то я слишком. Там такие прыжки непростые. Довольно-таки однообразно. Это потому, что я не очень прыгаю. Конечно, это все надо за раз проходить. Я не заходил до этого на бодихоп карты. Практически несколько месяцев. Так, эп, собрались, эп, и понеслось. Можно чекпоинт делать, а что если сделать? Чекпоинт прямо на такой кирпичике. Так, что за дела? Что за дела? Что за дела? Вон там палочню. Смеется с меня.
Ну, если все-таки нам попробовать другую карту. Monster Jam. Картуни. Monster Jam. Надеюсь, вы, конечно, поняли, как надо прыгать. Именно механику процесса. Сейчас постараюсь собраться и для вас показать, как надо делать это хорошо. Видимо, карта очень большая, или произошел какой-то баг, что он не хочет ее качать. Хорошо, давайте выберем другую. Ну, пошло же, пошло. Ух ты. This is easy. We kill them and then we go home. Интересная карта. Где я? Что это? Ой, а куда надо было? Наверх отлететь. Ага, понятно. Опа. Нет, что это? Это последний кирпичик. Оп. Да. А? Ладно. Или не ладно? Такие вот дела. Что происходит? Что это за карта? О, здорово. Иу-бэу. Иу-бэу. Бэу-бэу. Иу-бэу. Да что тут? Фонарик? Фонарик. Эу. 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 Да что ты? Да, не просто.
Так, что-то как-то так у меня не получается. И чего ж меня не ускоряет-то, а? Вот эти вот специфические... По-моему, я понял, как надо. Да. Тут надо вообще не держать кнопку вперед и сразу набирать акселерацию воздуха. И вот тут входят панихоп карты. Ну что ж, довольно-таки интересно. То ли я чистый рак, то ли карта сложная. Третьего точно нету. Я почти сделал это. Давай. Так, ну явно что-то я не в форме на прыжки. Ладно, ребят, давайте посмотрим что-нибудь еще. Может быть, будет там попроще. Ну, Aztec CSGO. Панихоп, Aztec CSGO. Так. Только с велосипеда, ребят, пришел. Катался на велосипеде. Ох как. Ох как. Опа. 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 И у меня болит палец. Получил травму пальца. О, смотрите, а здесь нету акселерации. Здесь прыжки вот прям как в 5 на 5. Вот обычная игра. И вот такой вот здесь банихоп. Это, кстати, для тренировки банихопа лучше. Скажем так, правдоподобнее. Вот, можно тренировать свои прыжки. Ну, конечно, не динамично, не быстро, но зато правдоподобно. Ага, нельзя перепрыгивать, да? Через один. Вот, отжимаешь кнопку вперед и прыгаешь просто на стрифах. И разгоняешь вот такими вот движениями. Вот такая вот, ребят, фишка. Банихоп. Я могу сказать, что все игроки, которые даже особо не заморачиваются на банихоп-картах,
Нет, это делать просто потому, что это приходит само собой, ты когда играешь в игру много, то есть эти движения, двойной прыжок, сам, ты осваиваешь именно... Неосознанно даже осваиваешь. Я, конечно, в 1.6 играл эти карты, а здесь я практически их не играл. И здесь они отличаются. Прыжки, все-таки физика немножко отличается. Принцип тот же, но вот мне вот такое ощущение, что вот здесь как-то нельзя вот разойтись по полной. Видите, скорость моя. Не получается не развить мне скорость. Но тем не менее, так вот можно скакать. Ну что ты будешь делать, а? Ну как же так? Выходит, это я слабенький. А, точно, там же ж была. Map by Technoob. Спасибо, 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 всем спасибо. Оп, дальше, что дальше? Ого! Что тут? Ого! Вот такое вот у нас банихоп карта, ребята. Вот такое. С пушкой. Прыгай с пушкой называется. А с пушкой, как известно, скорость меньше. Но мы можем и с пушкой прыгать. Мы же крутые. Значит, та же карта. Те же кирпичики. Похоже, те же. Похоже, она такая маленькая, да? Ну, в общем, ребят, для показа хватит, думаю, да? Давай, давай, давай. Ра. Патроны. Ура! Всем спасибо, всем пока.